Canon EXOS 130. Замена объектива. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon EXOS 130 «Разбор». Объектив чаще всего выходит из строя из-за попадания влаги, песка или механических повреждений. Откручиваем 4 винта, фиксирующие объектив. Пальцами выдавливаем объектив из металлической рамки. Новый объектив вставляем в корпус. Закручиваем фиксирующие винты. Все, объектив заменен.